Классика. Раз, левый прямой, прямой, правый боковой. Уличная самооборона будет отличаться от спортивных поединков. Проблемы боксеров – это переломные руки. Сломанные руки и даже у боксеров перемотаны, да, в перчатках руки ломают. Основной принцип работы уличной самообороны – твердыми работаем по мягким. То есть это печень, это селезенка, это область сердца, это область солнышка, то есть это область шеи. Своими мягкими мы работаем по жестким. Скоротечный бой на все про все, у тебя есть 3 секунды. 3 секунды, чтобы гарантированно вырубить, носим удар основанием ладони. Основанием ладони идут вот сюда. Угу. Классика. Раз, левый прямой, прямой, правый боковой. Мы работаем уже... Угу. Пришел заниматься там по системе, и у него не поставлен удар, то ему вначале нужно годик примерно отзаниматься боксом. Несколько лет отзаниматься самбо, дзюдо, джиу-джитсу, то есть душающие, болевые приемы, то есть сделать тонкую филигранную работу. Носишь уже основание. Раз, теперь смотри, под силой. Раз, два, раз, и два. Стоп, вот здесь не ладошкой, именно основание. Убийственный удар вообще. То есть, посмотри. То есть, вот работа. Работа ног идет. Работа ног и работа корпуса. То есть, вот сюда. То есть, это 100% нокаут. Для того, чтобы нейтрализовать оппонента, не было переломные руки, раз. Чтобы не было отпечатков синяков, два. Дать такого мутного, что могут потребоваться тоже услуги дантиста. То есть, вот в эту часть. Тут и сонники, похоже. А все, здесь вместе, здесь проходит, узел, здесь узел идет. Здесь, во-первых, идет мозг, здесь идет сонная артерия, да, здесь идет челюстной нерв, здесь идет от уха тянется, здесь идет затылочная зона, да. Вот. Оно сразу, оно идет. И оно сразу же. То есть вот оно идет. То есть посмотри, ну, сразу. Вот по такой, по кратчайшей такой дуге. Восьмерка, да? Но принцип любого удара – использование расслабления и напряжения. Рука расслаблена, в самый последний момент идет напряжение. Вот для начала. И она сразу уходит. Туда не нужно заводить. Вот оно идет. Сразу же вот сюда. Вот этой куда частью вернулся? Уже она. Смотри, вот ее немножко расслабь. Вот сюда выноси. Вот этой частью приходит. Вот так? Согнуто. Вот так? Видишь? Да, да, да. И так же здесь? И так же здесь. Ага. Почувствовал? Да, да. Хорошо, видимо. Теперь смотри. На самом деле входы. Просто тренировка на мешках ни о чем не дают. Человек занимался какими-то боевыми искусствами, боксом, карате. Безусловная рефлексия, он на какой-то короткий момент делает или же шаг вперед, или же шаг назад и становится в стоечку. И стоечку. Посмотри. Раз, два, три. И с этой руки. То есть раз. Опа, сюда. Идет как хлопок. Не вот это, чувствуешь вот это, да? Да, почувствуй, да, вот да, она. Вот она, удар ладошкой. Масса. Масса идет, вибрация, идет импульс. Не на месте, то есть раз и сразу же на подход, шаге, подход. На подходе, то есть раз и сразу же, то есть причем очень быстро. Ой,